социально-экономического развития и активную жизненную позицию. Было высказано пожелание крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов в работе на благо родного района и создания условий для более достойной жизни земляков. Коллегам я бы хотел пожелать главное терпение. В нашей работе это очень важный такой момент, это терпение. Люди приходят разные. У каждого человека есть свое мнение, своя беда, свои заботы, с которыми к нам приходят. И мы должны идти навстречу, помогать этим людям, максимально стараться помочь. Причем при этом мы должны вникать в саму суть проблемы. Саму суть проблемы человеческих этих, ну, разных бывают моменты в жизни, да, тяжелые там ситуации и так далее. Мы должны всегда входить в ситуацию, оказать максимальную помощь. Было отмечено, что органы местного самоуправления – это власть, которая ближе всех к людям. Их доверие – главный капитал местного самоуправления и один из мощнейших инструментов, с помощью которого можно добиться многого. Совместными усилиями решается ряд важнейших задач по улучшению и благополучию Усть-Майского района. Анастасия Выборгова, Михаил Лукин, НВК «Сахар», Усть-Майский, Улус.